Основным нарушителем в предвыборной агитации в Одессе является действующий мэр города Геннадий Труханов. Именно он занимается подкупом избирателей, используя административные ресурсы, деньги с городского бюджета Одессы. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявили представители Комитета избирателей Украины Анастасия Матвиенко и Анатолий Бойко. Больше 13 миллионов гривен было выделено в сентябре, хотя соответствующие изменения в городскую целевую программу были внесены еще в июле из бюджета Одессы на так называемую материальную помощь. По сути, это подкуп малоимущих граждан, которым разносили защитные маски и наборы лекарств вместе с предвыборной агитацией мэрской партии «Доверяй делам». 95 тысяч одесситов получили такую помощь, что по сути является использованием административного ресурса, уверены в КИУ. Захід, звісно, що не містить прямих ознак передвиборчої агітації. Проте ми оцінюємо сукупно одразу всі ознаки. Це зміни масштабні до бюджету безпосередньо перед стартом виборчих перегонів. Початок здійснення таких заходів безпосередньо, коли вже розпочалось висування та реєстрація кандидатів. Інформування про особисту роль міського голови, який також є кандидатом, в наданні такої матеріальної допомоги.